Нет, не будем. Мы не будем цветы вообще таскать. Не надо. Главное, память. И, главное, что мы приходим. И, да, и вот это главнее. Тут даже дискутировать мы не... Да, да. Посмотрим. Пошли глянем первую очередь. Нет, да, мы идем сейчас. Да, мы сейчас зайдем как раз в краешек туда-то и все. Даже есть вообще ничего. Да, как-то так. Ты хочешь? Нет. Сегодня видишь, нету этой лавочки. Маслом нет. А о них видно по дням каким-то, понимаешь? Пятница, суббота. Да? Два дня? Да. Не высыпаете, но я тоже плачу. Не А соленых огурцов у нас валом. Я думал, батя стоит. Здесь лучок даже по 5 есть. Да? Да. Мелкий такой, знаешь. 6. Это, в принципе. Ага. А рыбы полно. Подходите. Подходим. Хорошо. Давайте. Толстолобе, кора, помочек, ляшки. Судачок есть? Стречки рядышком. Рядышком, да? Почем толстолобик? Толстолоб 50 почищенный, свеженький, угу. А стейки 100, карапы? Короб и амочек 70, ляч 50, сейчас еще подвезли. Вот это хорошо, у вас это самое. Оно от комаров, но меньше. Ну, да, оно чуть-чуть, да, прогоняет. А где вы это покупаете? Ну вот на бане, пожалуйста, товары для дома, да, тоже зайдите. А лящичек почему? 70 платочек. Да? Красавец. 100. А головы почем? По 20. Угу. Классно, уху. Все надо будет. А карасики у вас бывают? Бывают. Но сегодня я средний день так мало. Я хотела карасить. Ага, все. Здравствуйте. Карасики, толстолобик, карпик, лящик, веленька. Судак, щука, линк. Почем караси? 30 и 35. Так, караси мы берем. Берем? Да. Берем. Сколько берем? Сколько? 3, да. Да, так, чтобы сразу съесть. А это что такое? Это судак, царская рыба, без костей. А короб? Почем? Сколько? 75. Короб 50, 60 и большие 70. Так, щука, давай. И леночки еще, дивиться, это все по 50. А судачок свеженький? Да. Покажите мне, будь ласка. Пожалуйста. Чуть-чуть уже пешел, чуть-чуть пешел. Ну, вы знаете, какой хищник, у него же сразу. Толик, короче, что ты хочешь? Давай тогда. А вот свежие. Не, они не такие свежие, как эти, да? Не, вот эти? Почему? Они свежие, Свеженькие. Все вообще еще живи. О, давайте. Вообще, давайте. А цепа 35. Сколько? Ага. Сколько 3? 3. Как часто у вас бывают свежие судаки? Я же говорю, это сегодняшние. Вот, как и окунь, хищник. Нам... Я имею в виду, да. Сейчас там и карасей будем есть. А я сейчас окуней почищу. Вот это, да, сейчас это. Я засуну палку. Нам просто попросили. Через час у него будут, да, белые жабры. Да, это 100%. Это хищник. У него сразу жабры. А вообще, я говорю, как часто у вас... Редко. Вчера было столько 7 штучек.
Сегодня вот приехала партия, вот и вот. Угу. Сегодня богато. Вчера было 7. Нам двоим столько рыбы, конечно. Ну вы каждый день тут, да? Да, но только аваны бывают редко. Эх, будем на охотить. На 72 кило. Здравствуйте. Возьми оттуда 7. Они редко. Я скажу, вчера было 7 штучек. Ну сейчас мы уже сому сольем карасями, а потом уже будем. Аль эти сомы бывают? Тоже редко. Все, в субботу только было 2 штуки таких. На 1,5 кило. Да? Так редко. А короб почем? 50, 60 и 70. Спасибо большое. Спасибо. Здоровечка. До свидания. Ложи. До свидания. Мы все маленькие по 50, 2, 60 и 2. 50. Давай. Да, внутри. Ну что? Так, что нам? А кабачки? И кабачки. Я сейчас просто обозрю, я увижу, если есть маленькие кабачки, я это сразу увижу. Качанчик. А кабачки я там не вижу. Пошли кабачки сначала возьмем. Сейчас, сейчас, секундочку. Сейчас я хочу кабачки. Це у вас, да? О, да, бачу. Забирай, за 8 гривень усі, там більше кіло. Давайте. Молоденький. Бачите, як ви почули і сказали. Это вы сами выращиваете, да? Да, да. Ой, хочется пожарить кабачков домашних, да, понимаете? Держите, это без сдачи. Это да, без сдачи. Спасибо. Окей. А разверни ко мне эту сумку твою. А то это не очень удобно. Все, вот кабачки и пожаришь. Угу. Чеснока надо взять. Да, у меня еще салат. Можно? Ну, можно, конечно, можно. Все, все теперь удобнее. Угу. Так, надо чеснок. Слышишь, а травы надо взять, да, типа? Давайте. Все забирают. Не, это из дома пакеты брать, да? Ну, возьми там. Килограмм. Вы сами их выращиваете, сами, они без химии? Сами, сами, без химии. Коровьяк, один коровьяк. О чем? 12. Ой, десятка. Так, давайте, я тогда вам дам без сдачи, да? Давай без сдачи. Если я найду, хоть бы у меня было. Так, тут еще он какой-то. Держите. Сое, да? Это еще сверху вам. Да, спасибо. Так, ты травы? Где ты будешь ее брать? Да, 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 я тебе буду давать. Потому что там в поселке штрафовали. Чеснок почем его? 25, там полкило. Чеснок а в середине она, не знаете, это полевая или домашняя? Да, полевая. Такой красивый, да, вроде? Ну, мне столько просто он, не надо, конечно, толик чеснока. Он мягенький, чей такой, чей сумасшедший. Нет, он более крепкий, он большой. Да? Да. Он, а, да? Здравствуйте, девчонки.
А почем ваш укроп, женщина? Тут и 15, 10. И петрушка 10 тоже, да? Да. Так, я беру один, значит, этот, один этот. Вложи в пакетик, чтобы он не мокрел. Спасибо. Давай деньги. Большое спасибо. И вам спасибо. До свидания. Вложи-ка. Катя, на 28. Опа. Майонез нам надо, типа, или как? Нет, я со сметаной хотела. А, чеснока, если это... Да, чесночка, да. Ну, давай, просто ты просмотришь. А, да, может быть. Я гляну сейчас тут. Вот. И все, и укропчик. Ну, такого мало. Ну да, тут я не бачу. А вот этот вот ряд сидят, там может уйти. А вот там нету чеснока у той женщины? Ну давай глянем там потом. Давай. Потом я как-нибудь знаю, что на аджику. Кыш-кыш, улега. Это ваша, да? Да. Чеснок вообще, он у вас лагерный или крепкий? Нам надо мягенький-мягенький. Это домашний. Да? Домашний товарищ? Это домашний. Это вы сами вырастили, да? Да, может видно. Да. 10 рублей кусочек. Любый, який вам. Угу. Та любой. Та любой. Це домашній. Який дасте, то так і буде. Це домашній, якщо не переживаєте. Спасибо. Спасибо большое. І вам спасибо. Так, ложи. Так, давай этим ходом. Спасибо. Арбузики берем сладенькие, но николаевские. Спасибо. Надо будет арбузов закинуть, да? Один. Да. А то хорошо. Хорошо у женщины там. Пошли. Так мне лук, еще лук. Да, надо наразвесить. Спасибо, вам цигуля. Ага, ну возьми, чтобы наразвесить. Да, вот тут такая. Для еды то, что надо, да? У вас можно взять лука в пакетик? Можно, можно. Ага, бери. Вы накладываете? Да, да, да. Сами можете наложить. Бери, чтоб так, знаешь. Я сейчас надо сходить, и мама соображает. Ничего страшного. Он вообще хороший. Не горький? Нет. А ну какие есть? Все, да? Ну, пока, да. Ага. Единичка. Ну, две единички. Там морковка красивая. 4 гривни. Угу. А мы на пробу берем, если сладенький, то будем у вас брать. Они хорошие лук. Да? Да именно, чтобы на салат. Вот розовая, вот так, тоже хорошая. Серьезно, да? Конечно. А я думал, белая лучше. Нет, вот так, я все время у них беру. Ой, вот хорошо, потом. Потому что картошку попробуй найди еще, чтобы пожарить такую, знаете, нормально, чтобы вот не дубовая, а чтобы пахло. Вот. Ты хочешь сейчас картошку? Розовая на жарку пойдет. Да? Вот она на жарку, я и беру у них все время, очень вкусно. Да, ну надо, наверное, тогда. Ну давайте попробуем. Сколько вам? Ну, 2-3 кило, да? 3, да? Да, давайте. Попробуй, что я... А это что же, розовая или нет? Не, вот только вот встал. Именно, чтобы с мясом пожарить, знаете, нормально, чтобы это самое. Не дубовая, чтобы... Да, она не дубовая. Это откуда она? Винница? Не, это пока еще местная. Наша, да? Да. Ну, так ладно.
А капуста почем? Капуста по 7. По 7, а морковка? Морковка 10 была, по 8 дам. Угу. А малина почем? Малина 70 кило, по 65 вам уступлю за килограмм. Я поняла. Тогда одна баночка осталась. Я просто варенье хочу сварить, потом приду как-нибудь. Ну да, мы же так поспрашаем. Так, а ну-ка, подержи пока лук вот этот. Надо больше, он можете добавить, пока есть на просьбе. 3,5 это много? Да пойдет. За 32. Угу. Так. И там, а, там же шли забрать. Угу. Да, вот, может, у нас... Держите две. Две, ага. И стульник давай. Ирочка, а да это Ирочка у нас. Ирочка сильно поела, я выспала. Спасибо. Все, вкладывай. Лучше сразу картошки взять, правильно, пока конечно, машина Анатолий, тут. Давай отойдем. Да. Давай. Давай мне картошку, надо не помочь. Да давай мне в одну руку, мне вот так мне удобнее. У вас же лящики тоже есть в перспективе, да, соленые? Нет, только копченые. Пока нету, да? Ну, бывают, да, или нет? Ну, как вам объяснить? В прошлом году были, по крайней мере. Все зависит от рыбаков. Я понял. Не выловят они. Понял. То на Днепр не разрешают, ага, сейчас ага. Запрет. Это холодного копчения ставрида, да, вот это? Ну, вот это. А, сколько? Есть холодного, есть горячего. Ага, все, я просто смотрю, что... Класс, окей. Угу, спасибо. Арбузы красивые, но я не знаю, там возле машины есть арбузы или нет. Сейчас не донесешь, да. Слышь, они в разрезе. Ты его сейчас не донесешь, Алина, у меня руки заняты. Пошли. Пойдем. Можем арбузы? Да. Серьезно? И так красный вроде, такой, вроде да. Выбора нет, да? Что уже, ну, дотащим? Нет? Чтоб сейчас уже. Давай. А вон тоже есть вроде арбузы. Нет. А тут видишь, и шьют вот здесь с 8 до 11. Молока возьмешь, Алена? Молока. Бери молоко. Возьми. Утрешнее. Так. Какое цечит. Полторушка 30 гривен. Утро есть, вечер есть. Какое вам? Любишь, выпьешь молока. Я не знаю, какое. Сейчас мы в машине сходим, потом я подумаю. Почем ваша малина, женщина? Молоко почем? 20. Это 35 сколько? Полкило? Полкило, да. Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова